Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня 23 сентября, и я показывала, как выглядит у меня теплица с томатами. Там уже все убрано. Посеяны сидираты, и теплица совершенно пустая. Вот и захотела еще показать вам перечную теплицу, потому что очень большая разница на конец сентября, как выглядит теплица с томатами, где томаты росли, и как выглядит теплица с перцами. Перцам не хватает нашего короткого сибирского лета. И в конце сентября они еще вовсю буйствуют, плодоносят. Вот видите, там у меня не только спелые плоды, но еще много зеленых, еще много цветов, молодая зависть. Вот им бы еще месяц, конечно, не только сентябрь, но еще октябрь, если бы было тепло, то увеличился бы намного урожай перца. Но у нас холодно, у нас ночью уже 3 градуса, днем 5 градусов. И на эти выходные передали заморозки до минус 5 ночные. И вот эти перцы, которые я сегодня не обберу, которые останутся, те, конечно, скорее всего, погибнут. Но перцев очень много. И я еще раз говорю, если бы у нас было лето подлиннее, конечно, был бы урожай вообще сногсшибательный. Вот эти вот молодые перчики, они не поспели. Но они, конечно, идут в заготовку. Но у меня на семена они уже не идут. Все. Я сегодня оббираю только спелые перцы и которые бурые. А эти все буду оставлять, потому что мне их девать некуда. Столько их скушать невозможно. У нас, как всегда, в этом году пришел очень рано мороз. Вон какие красавицы. Жалко так. Так жалко, но вот эти-то вот, вот молодость, молодые. Вот так 23 сентября выглядит у меня теплица с перцами. Перцев еще очень много. Они даже и не думают еще увидать. Очень хорошие такие, большие. Но через 2 дня они, наверное, все погибнут от мороза. У нас обещают даже снежный покров после воскресенья. Ну, конечно, временные, но все равно растения этого не выдерживают. Все, до свидания. Желаю всем хорошо подготовить свои теплицы, участки к будущему году. Начнем на будущий год с новыми силами. Новый год, новое лето, новая жизнь у наших растений и у нас. До свидания.